Состоялось четвертое очередное заседание районного совета депутатов. На повестке дня стояло два вопроса о принятии бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, а также вопрос о предоставлении бесплатного муниципального помещения Федеральной службы судебных приставов. До этого территория более чем 200 квадратных метров у управления находилась в аренде, но в связи с трудной экономической ситуацией приставы вынуждены просить народных избранников отдать им помещение в безвозмездное пользование. На сегодняшний день управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области является единственным органом принудительного исполнения в Московской области и вносит существенный вклад в реализацию законности исполнения судебных и иных решений. Принимая во внимание специфику деятельности организации, администрация Ленинского района предлагает предоставить безвозмездное пользование нежилое муниципальное помещение Управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области. По данному вопросу проголосовали единогласно. А вот бюджет хоть и приняли быстро, но этот вопрос занял у депутатов немало времени до заседания. Рабочие группы, комиссии, нулевые чтения. С проектом бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов народные избранники ознакомились тщательно и вместе пришли к единому решению. Вот этот вот комплекс мер, он именно направлен и позволяет нам принимать практически консолидированно те или иные решения. Я считаю, что дальше, когда мы уже перейдем в практическую плоскость, когда мы будем корректировать тот бюджет, который мы приняли, когда мы будем хозяйствующие вопросы обсуждать, конечно же, будут у нас разные точки, но зрение на те или иные моменты. Но я уверен, что мы справимся, то есть консолидация, в принципе, она уже есть. Другой вопрос – уметь договариваться друг с другом. Бюджет Ленинского района на 3 года сформирован сбалансированно, равно по доходам и расходам. Сохранена социальная направленность. Почти 59 миллионов рублей в бюджете выделены на выплату льгот.